серебряный призер чемпионата мира проиграл. И достаточно, на мой взгляд, это моя характеристика, невезучий спортсмен. Хотя Георгий Гакшелидзе, так же, как и Хитак в Пекине, был бронзовым призером. В прошлом году чемпионате мира у него также бронза. Был он чемпионом Европы в 2008 году и был чемпионом мира. Но в составе российской команды, это также российский атлет, в 2001 году он стал чемпионом мира в полутяжелой весовой категории. Потом очень мощная стала конкуренция в России в этом весе, и Георгий вернулся на историческую родину. Вот посмотрите, какая разная по манеру будет борьба. Мощная, напористая со стороны Хитага Газюмова. Выносливый, очень амбициозный, уверенный в себе. И Гакшелидзе, который будет ловить его на хитростях, на обмане. Видите, насколько аккуратные ноги, как быстро подобрал правую ногу Гакшелидзе. Причем не первый раз уже это делает. Очень чувствительное. У борцов, вот, как правило, мышечное чувство больше всего развито, чем у любых других видов спорта. Особенно у борцов без одежды, так называемой, ну, без курток, без кимоно, без самбовских, без самбийских курток. Вот это чутье кожей, мышцами. И мой отец рассказывал, напомню, что Александр Иваницкий, олимпийский чемпион в тяжелом весе, Токийскую олимпиаду выиграл, что вот он как-то изнутри чувствовал, в животе какое-то вот ощущение появлялось, что за мгновение до того, как соперник предпримет какую-то атаку, и предугадывал эти движения, останавливал, обыгрывал. Кстати, первая книга, написанная отцом, так и называется. Книга о борьбе «Шестое чувство». Вот именно пять чувств: зрение, слух, обоняние и так далее. А у борцов есть мышечное чувство. Вот отец и назвал эту книгу «Шестое чувство». Пальцы Хитак травмировал, судя по всему. Вот проход, вот шанс Гакшелидзе. Не жизнь, ничего не сделать, время не позволит, да. Вот эта электронная графика, она с небольшим, в секундном запозданием идет от времени секундометриста, судьи. Понятно по реакции, кому ведет со жребием, но Гакшелидзе фантастически умеет вырывать ногу. Опять-таки за счет чутья. Поможет ему в этот раз или нет? Давайте смотреть. Хитак надежно берет. И вот смотрите, что происходит. И что происходит? И что происходит? И пока не удается Хитагу, не удается... Вот на подхват мог поймать Гакшелидзе. Но ошибается и показывает, что выход был за ковер. Я думаю, что апеллировать бесполезно. И не только потому, что в Азербайджане проходит турнир. Нет, я не увидел, что выходили. Вот я как зритель не видел выхода. Итак, смотрим. Хитак пробежал, ну вот правую ногу спортсмена загораживали. А вот что сейчас? Ну, руками-то вышел. Руками, ногами. По идее, за ковер вышел, конечно. Это так, Газюмов. А вот если бы Гакшелидзе сейчас... Вот что значит Чедаоба, грузинская школа борьбы. Как подхватывал. А вот руками не удержал соперника. И вот сейчас на повторе Гакшелидзе апеллирует. Пока в графике ничего не меняется. 2-0. За почему? Ну да, 2 балла дали. Почему 2 балла, не знаю. Второй период у нас. Это еще не все.
Это еще не победа Хитага. Вот этим захватом арбитр увидел Гакшелидзе. Может жестко там сработать шея. Я помню, в моей журналистской памяти, в моей карьере был эпизод, когда в финале чемпионата мира боролся Гацалов и Гакшелидзе. И вот этим захватом Георгий выломал российскому спортсмену зуб. Об этом многие знают арбитры, и вот сейчас предупредили его. Хороший вход в туловище, только надо было реализовывать. Газюмов остановил вот эту атаку. Побаивается, что ли, Гакшелидзе, не верит до конца, не идет в атаку. Газюмов уходит в низкую борьбу. Вообще вот прямолинейно его сложно пробить. Только в движении, раскачивая соперника. Подвешивает сейчас, вот берет вот этот мощный захват Гакшелидзе, подвешивает соперника. Рискует, накрываясь на баллы. До свидания, золото. Хитак не отдаст уже. Все понятно в штабе грузинской команды. Вы видите выражение этих лиц. Серебряным отливом. Грустно, конечно. Ничего сделать уже невозможно. Все. Двукратный чемпион Европы подтверждает второй год подряд свой класс. Ай да Хитак, ай да молодец. Вот так вот реализуется российская школа борьбы, российские технологии, они приносят успех. Ну а Георгий, не нам, да? А Георгий Гакшелидзе в своей манере, апеллирующий к судьям. Вот я сказал, что не фартовый, не везучий он парень. Не благоволит к нему судьба, борцовский бог. Что-то, может быть, по Божьим законам не совсем правильно делает. Почему так? Первые же соревнования мы видим подобный сон. Ну а Хитак по-прежнему в обойме, и он будет главный соперник того российского спортсмена, который будет бороться на Олимпийских играх. А я замечу, уважаемые зрители, что Олимпийский комитет, Федерация борьбы за победу на Олимпийских играх в состязаниях по дзюдо и по вольной греко-римской и итальянской борьбе заплатит своему чемпиону $1 миллион. Ох, как мы еще раз вспомним нашего спонсора, инвестора борцовского Сулеймана Шеримова, который очень здорово помог за 2 года до Пекинских игр нашим спортсменам. Приз в денежном эквиваленте $500 000. Объявили, что если будет на круг во всех трех стилях 10 золотых медалей, то 1 000 000.